В этом году священный для мусульман месяц Рамазан совпадает с праздником Наурыз. Об особенностях поста в центральной мечети Караганды рассказали нашему корреспонденту священнослужители. Подробнее в сюжете. Под председательством главного имама Карагандинской области Естая Айтуганлы в областной мечети Анет-Баба состоялось собрание священнослужителей. Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему священному месяцу Рамазан. В ходе встречи главный имам области ознакомил с некоторыми задачами, поставленными духовным управлением Казахстана. Уважаемые наши жители Карагандинской области, наш джамаат, от всей души поздравляю вас всех с наступлением священного месяца Рамадан, которого с нетерпением ждут все мусульмане. Желаю счастья и благополучия каждой семье. Да примет Всевышний Аллах наш пост, наши поклонения, нашу милостыню и наши ифтары, щедро вознаградит нас в священный Рамадан. В частности, подробно обсуждалась важность проведения месяца Рамазана на высоком уровне, разъяснение его значимости и важности для мусульман, а также соблюдение требований проведения ифтара в период поста. Главный имам затронул эти вопросы и сообщил, что в этом году месяц Рамазана начинается 23 марта, а ночь предопределения наступит в ночь с 17 на 18 апреля. Также сообщив, что размер фитр садака установлен в размере 535 тенге на человека. Главный имам поручил священнослужителям призывать людей провести этот месяц, занимаясь благотворительностью и добрыми делами. В этом году месяц Рамадан начнется 23 марта. Священная ночь предопределения Лайлатуль Кадр наступит в ночь с 17 на 18 апреля. 21 апреля праздник Ораза Айт. В этом году фитр садака была установлена в размере 535 тенге на человека. Размер фитр садака определялся, исходя из общей цены 2 килограммов муки. В свою очередь, служители мечети стремятся организовать благотворительные акции, такие как бесплатное такси, корзина с завтраком, корзина на Рамазан. Тамир Истогабылова, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5 канал.